Кашу. Блин, что так холодно стало? Так. Чё, как мне до тебя дойти? Бойс, я не понимаю, как до тебя дойти. Честно, честно. А. Окей. Так, 360, да, и 60, и 6 есть. 60. Да ёпта ж, я научусь когда-нибудь не попадать в огонь. Не, все-таки музло нужно, здесь что-то как-то тоскливо очень. Пускай хоть монетка играет. Ну, вроде не очень громко, так что норм. Ранее там сморки. Опа. И где это мы? Так, здесь спиралька нужна будет, скорее всего. Так. Движения нет. Эх. Так, они без движения. Сюзе? Сюзе? Так, в разнобой нам не надо. Попробуем в одну линию их сделать. Как-то вот так вот. Почему они не закручиваются? Не могу понять. Может, она там с кем-то в прибавке не работает? Например, вот с этим. Сири. Ну, давай Сирию тоже уберем. Хотя, по-моему, от этого не должно зависеть. Сейчас. Ладно, ладно, давай, вымогатель. Движение влево, вправо, разворот. Одновременно. Нихера себе. Настолько нет. Движение. Право, а влево у нас нет. Ладно.
они просто так сейчас убегают или что? Приветик. Как ты всегда заходишь, когда я играю в индюшатину? Дела все хорошо, я приехала с Питера. Фу, с Питера, конечно, с Питера, с Казани я приехала. Так. И как-то ее надо на расстоянии сделать. Может вот этой попробовать? Нет, только крио можно. Блин. Как твои дела? У меня все хорошо, я помаленьку поживаю. А в Казани? Да я была в Казани, да. Я ж... Воскресенье? Воскресенье-понедельник я в Казани была. Точнее, я в воскресенье приехала и в понедельник уже уехала. Я на этот стендап Поперечного ездила. Так. Да, как-то надо очень быстро это сделать. Так, проехаться и буквально поставить. Так, а что это у нас? Это у нас Сирия. А движение могу поставить? Я с работы только пришел, вот решил отдохнуть. О, расслабляйся. Кушай. Отдыхай. Ага, можно. Можно. Если осторожно. Блин, надо приноровиться. И, блин, не успела. Да я не успеваю. Коза. Ладно, давай почитаем, что нужно для этого. Так. Мне нужно серия движения вправо. Так. Я попробую вот здесь. Жди, может на вот эту поставить. Так, движение есть, серия есть и вправо есть. Как здесь стендап? Я на 30 минут опоздала. Мы гуляли с знакомой. И что-то настолько загулялись. У меня еще время моего города на час вперед идет. То есть, если у меня, например, 8 вечера, то по московскому это 7. И я не обратила внимания, что телефон у меня переключился автоматически на московское время. И я такая живу себе нормально. Думаю, о, время 8, типа, значит, по московскому 7, я никуда не тороплюсь, там, начало в 7. Такой, и все, и я опоздала 30 минут, думаю. Такой, потом посмотрела, блин, время-то не то. Такой, ладно, побежала. Благо, что у меня хостел был вот буквально в двух шагах. Прям, мы быстро добежали, все хорошо. Сам по себе стендап, ну, откровенно немножко слабее, чем прошлое. Если в контексте всего этого. Так, нужна серия. Серия. Шутки про Путина. Прикол в том, что, по-моему, их не было. То есть ни про
политику, вообще ничего такого не было. У него это стендап был фактически только про взаимоотношения в паре почему-то. Там типа, ну и про дрочку, разумеется, тоже. Куда ж поперечного без этого? Так, почему-то у меня это не работает. Право. Может, из-за серии? Но такого вроде не должно... О, вот сейчас они крутятся. Так. Я стою, и они отсюда. Значит, нужно... не выходит. Ладно. Так, сейчас я тогда уберу движение отсюда. И как все сложно-то, а? Так, просто ставлю здесь... Ну, попади же! Так, сейчас надо как-то траекторию выбрать. Он тупо не хочет попадать. Вот, поэтому я в принципе, рассчитывала на какие-то более-менее политичные там шутки, какие-нибудь более зубастые, но ничего такого не вышло. Поэтому в этом плане немножко ниже, но были и другие, в принципе. О, вот, лево вышло. Были другие, ну ладно, чё. Такие тоже норм. Это ж рыжий, типа. Поэтому мне норм. Хотя, с учетом того, что... Типа, отношение это не ко мне. Мне было как-то по боку вот все эти переживания. То есть, не было такого отклика хорошего. Как, например, с теми же политичными шутками. То есть, ну типа, ты в России живешь, для тебя это понятное дело. Там... Это жиза, условно. А тут, как бы, я не могу сказать, что это жиза какая-то. Так, опа, телепорт. А нет, это не телепорт, это... Это херня. Так, надо переключиться на первую. Все, что ли? Лосяшки, не бейте меня, пожалуйста. От тебя нас можно, да? Вообще, это была у меня первая поездка такая. Соленова имеется в виду. Я уже ездила в Москву. Я в Ижевске живу. Ездила в Москву на соревнования. Но там я была с группой. Не с группой, а с классом, условно. Класс из двух человек. Класс. Так. Мне нужен... Так, мастерство. А, это не сюда, что ли? На бой. Соревнования, поскольку я инвалид по зрению, у меня типа хреново зрение, на паралимпийские игры по легкой атлетике меня брали. Блин, с моей комплекцией меня только на легкую атлетику брать. Ну, им было похеру, типа, главное инвалидов найти, видимо. Поэтому, ладно. Это будет на совести тех людей, которые меня брали. Вот. Ну, ладно, чё. Типа, съездила, погуляла два раза, вот так вот. Неплохо. Так, а где... А, вот. Вот толчок. Так. Только я немного не поняла, что он делает. Грустно звучит. Да ладно, ничего такого. Ну, то есть я сижу, играю, у меня нормально. Я даже очки не ношу, если что. Совсем поехавшая. Ну, да не совсем так. Более-менее. В пределах разумного. Не, все нормально, в принципе, там все обеспечено было, все хорошо, поэтому я не могу жаловаться. А, окей. Да, тогда я тоже хочу быть инвалидом по зрению. Мне... Не могу сказать, что типа повезло, но, блин, это по большому счету так и есть, что повезло, что у меня зрение приемлемое, скажем так. Ну,
Оно не хорошее, но я хотя бы вижу не мутно. То есть в этом плане мне фартануло. У меня у брата зрение чуть-чуть похуже, типа он видит мутно, то есть без очков мутноватенько, по-моему, идет у него. Хотя я точно не могу сказать, типа, с уверенностью. Но вдалеке вещи я вот, например, уже не вижу. То есть и мелкие вещи я не вижу. Так, блин, где-то вход здесь был. Я его просрала. Так, ну ладно, хочу быть везучим инвалидом по зрению. Ну да. Ну, в этом плане, да, это прям неплохо. Но, учитывая, что инвалидность это мне пришлось выбивать 18, сука, лет. Вот реально, каждый год тебе приходится шляться по больницам, сидеть в санных очередях и добиваться прям. Иногда, ну, разумеется, по-российски платно это все. То есть, вот 18 мне уже как бы докинули. Типа, ай, ладно, отвяжись, типа, на. То есть, вот настолько все. Это понятно, да. То есть, люди ходят без ноги, им приходится доказывать, что они инвалиды. То есть, вот настолько все херово. Вот, это все к тому, что я, типа, первый раз вот в этот съездила, в Казань, с Соленова. То есть, единственная проблема была у меня в пути, это я не видела на доске, когда отправляется поезд и с какого пути он отправляется. Это единственная была проблема. Потому что там экран слишком высоко, спросить некого. То есть, у меня поезд в 5 утра был, типа, и никого нет просто на вокзале. Твою мать, что делать? Такое. Ладно. Потом спросила уже у проводников там, у которого поезда непосредственно стояли. Типа там уже спросила. А. Челыги. Перехотел уже. Да, это на самом деле на словах только прикольно звучит, потому что я описываю крутые вещи. Ну, более-менее крутые. На самом деле ни хрена крутого, типа, вообще нет. Так, а что там надо было? Я забыла. Так, нужна подсказка. Я же уже покупала. А, движение влево и вправо. Понял. И разворот еще нужен одновременно. А разворот-то у нас, походу, и нет. Так, у нас есть серию мы отрубаем. Она сейчас не нужна. Движение влево-вправо. И разворот у нас нема. А, какой же тупизм, японский бог. Я вообще не разумею, как это... А, ладно, неважно. Пошли отсюда. Сложно. Так, музыка не мешает на фоне? Просто без нее как-то немного тоскливо, мне кажется. А, я себе год назад коррекцию делала, просто решил поделиться. А, прикольно. А чё, какое у тебя зрение было? Ну, то есть, там... Ну, сколько фигово всё. А, окей, пускай тогда остается. И как-то надо эту херь взорвать. Или подкинуть сверху. Не знаю, как-то сейчас они улетали вверх. А, они же улетали. Так, сейчас смотрим нафиг. Так, лево-право это не работает. Давай попробуем вот здесь что-то. Мастерство толчок. Что делает толчок? Погоди, мне стало интересно. А, господи, интерфейс. Так. Толкает врагов. Супер! Способность обалденная. Люблю. Лучше всех. А то, что надо, она у нас нет нифига. Короче, надо. Вверх будет. Не получится сейчас. Ах. Значит, где-то еще надо бегать. Блинский. Я что-то сегодня хотела, думаю, Mass Effect поиграю, но... Я в него играла вчера. И сегодня что-то у меня такое настроение, думаю, надо что-то завершить. Типа, вот что-то надо завершить. Бывает такое настроение, наверное, когда там пол хаты доубирал, я не знаю, половину еды доел.
там пол домашки сделать надо. Надо завершить уже. По крайней мере, у меня такое бывает. Правда, господи, домашку я 300 лет не делала уже. Мои 300 лет это называется 4 года. Или 3. Не помню. Так, как мне быть? А, цифры я не помню, сейчас хорошее. В свое время, за пока много работал, у меня оно стало падать. У меня работа, взял коррекцию и вроде норм. Сейчас синдром сухого глаза, все время слепаться. А. Растил капу. Ну, вот насчет капель мне, наверное, повезло, что мне ничего капать не надо. Ну, точнее, надо. Мне надо, но... Типа... Мне же похер такой, я ж не капал. Я думаю, я пожалею об этом. У меня есть такая мысль, но надеюсь, что этого не произойдет, что я прям постоянно сижу за компом. Я же еще рисую на компе, то есть я диджитал-художник. Диджитал-художник, самоучка. А. Так, чем надо уходить отсюда? Пошли вы нафиг. Но мы, главное, шестерых нашли здесь и норм. Вот, так вот. Надеюсь, что все будет не так плохо. Я прям очень дорожу своими глазами, на самом деле. Но со стороны этого не скажешь. Ладно, хватит. Хватит обо мне. А, такое, как это, шутка. О чем мы говорили? Ах да, обо мне. Вот, так вот, хватит обо мне. Такое, блин, а о чем же еще? Такая, больше ты ни о чем и не знаешь, о чем поговорить. А думала, может, пойти учиться, на самом деле. Тоже вот в Казани думала на режиссерское пойти, но мне отговаривали, что там не самое лучшее место, где можно учиться. Продолжай себе. Окей. Ну вот, типа, мне больше-то рассказывать особо нечего, учитывая, что я ни хрена ничем не занимаюсь. Только какие-то баечки о себе и травить. Так, вот с тем мы еще не болтали, парнем. А, хочу дико на режиссера пойти, но прям что-то нормальное заведение найти. И плюс мне надо еще подтягивать всю школьную программу, потому что ни хрена не помню. Без ПК грустно, понимаю, зрение жалкое. И залипать хочется нужно, да. Рассказываю об нихрена. Окей. Жило-было как-то великое нихрена, и оно произошло у меня. Опа, мы что-то нашли. А... Ну вот, отговорили, и я все-таки думаю, блин, куда-то съездить надо, в Москву хотя бы, что ли, типа, посмотреть вот эти вот вступительные, что там нужно для этих вступительных. Потому что, ну блин, хочется все-таки. А... Не так абстрактно. Я попытаюсь. Я на самом деле не лучший рассказчик, по большому счету, но... Я постараюсь. Все для вас. Так, и у меня какая-то шляпа начала играть. Это, конечно, монетка, но... Что-то она мне не нравится. Так, а мои есть песни, пожалуйста? Которые у меня... Которые у меня залиты, а не вот это вот ваше все. Ладно, неважно. Сейчас что-нибудь поставлю космическое, наверное. Я, конечно, это ставлю для Mass Effect, но ладно. Они просто на фоне будут играть и... Надеюсь, будет не слышно. Так, блин, детские загадки. Я сейчас буду на них залипать опять. А... Нет, это не сюда явно. Сюда, скорее всего. А, погоди, если ты расскажешь о себе и говоришь все для нас, то получается ты для нас. Это немножко пошла от него, ну, звучит на мой вкус, но получается так. Да ладно, блин, пошла, ладно. Кого я этим удивлю? Так, а любимый стендапер Джимми Карр? Кстати, одобряю за Джимми Карра. Иногда смотрю концерты. Не надо пошлятину подрубать. Я постараюсь пошлятину не подрубать. Но у меня она периодически вываливается из меня. Я ж поперечного смотрю и одобряю Джимми Карра. У него смех очень классный.
Типа, такой, боже, на выдохе это самое лучшее, что было в моей жизни, блин, это смех Джимми Карра. Так, а я, по-моему, немножко не врубаюсь, что мне здесь делать. Ну, я и Карлина смотрела, ну, по тому же заверению, типа, Поперечного, не то, что заверению, но по псевдорекомендации Поперечного смотрела... И Луиси Кей, и всех остальных, типа, кого он там рекомендовал. Но понравился мне в основном только Джимми Карр. А в чем загадка? Тут надо, короче, их всех соединить, чтобы замкнутая линия была. Я туплю. Ну, точнее, я просто разговариваю, но... Но я туплю. Так. Это уже сюда. Вот сюда надо что-то поставить так, чтобы... Видишь, прикол в том, что вот сюда вниз одиночной нет. А, поэтому это сюда не поставить. Что за белые гнезда? А, белые... Вот смотри, гнездышки, их надо соединить. Вот, например, вот здесь вот три штуки идет. Вот так вот. И вот здесь вот две. То есть одна вот сюда идет, они соединились. Вот сюда. Вот эти не соединяются, потому что вот у этой боковушки нет. Вот такой вот. То есть это вот так вот. А... Луисике обалдежной серии есть. Орбита вроде, как называется. Мне тяжелые смешные темы, мне близко. Луисике нормальные. Карлин, ну, так, где-то 70 на 30 нравится. Так, сейчас. Секунду, блин, я соберу это. Я честно, я не настолько тупой. Так, вот это вот сюда, скорее всего. Так, это вот так. О, все, Тут все сложно. Это не сложно, я просто... Я как-то погружаюсь в болтовню, и я пропускаю моменты. Это плохо. Так. Ага. А как мы эту хрень сделаем? Она же ветром дуется. Подожди, а ветер движения я могу сделать, интересно? Это нужно будет. Так. Или это не этим делаться? Блин. Пойми что. Так. Может, эго. Это мое эго. Так, попробуем движение сюда поставить и влево. Может, получится? А, нет, это херня вышла. Короче, реально прикол в том, что тебе дается только 4 основные способности, и потом ты просто на них вешаешь всякие бафы такие. А, Horror Speed называется. Это мало серии. В самом театральном стиле. Так, сейчас, секунду. Я запишу эту хрень. Типа, хрень это условно я говорю. Типа, я не считаю эту хренью. А, просто, чтобы не забыть, я посмотрю потом. Так, сейчас. Где там у меня мои сообщения? Вообще-то можно было просто скрин сделать, но я тупорыла и я забыла. Все. Так, ладно, посмотрим. Вернемся сюда позже. Я думаю, потом она откроется. Да, походу так и есть. Это сова? Господи, ты кто? Перья на маске напоминают в Crash Bandicoot. Маска была... Блин, я не помню, как его зовут. У меня почему-то Назиба возникает в голове, но это из Ходса и из Диабло, по-моему, он. Блин. Ная, тая, нака. Аура. Новая эссенция. Блин, магию мне дай, нахера мне твоя эссенция, это парень. Так. Кажется, мы чуть вдаль не дали. А, выберите заклинание Крио. Давай, Крио. Внизу страницы текущий воздух. Так, замените текущую эссенцию воздух. В смысле? Че, эссенция завершена? Че... Я ничего не поняла, но очень интересно. Так. Ага. Ни хрена не понял. Ладно.
А если я на это поставлю движение? О, все, у нас есть торнадо. Фанни. Что сделала, вообще не поняла. Ну ладно. Назад. Вертай назад. Вниз. А. Оп. Боже, я надеюсь, я сегодня это пройду все-таки. Потому что застревать на этой игре вообще не хочется. Ну а что я себе, типа, еще? Я так вспоминаю, что еще можно себе рассказать такое, там, из ближайших планов каких-то. А, ну, завтра я в VR пойду играть. Типа, это все. Я, кстати, планировала, может, сговориться с хозяином VR-клуба и что-нибудь на PlayStation постримить и на VR, но игра надоела. Да я в нее играла просто очень давно. И она не столько надоела, сколько у меня есть желание что-то завершить сегодня. То есть Mass Effect бы я сегодня вот вообще никак не завершила, то есть это сразу бесполезно. Sims. Ну, я стройкой занимаюсь там периодически. Розовый дом я сейчас строю, по-моему, розовый сарай. Думаю, сегодня у меня настроения на него нет особо. Так что, думаю. Ну вот, индюшатина — это единственный вариант такой. Пошли в Sims? Серьезно? Типа? Не, я без вопросов. Если хотите, я сейчас врублю. Мне не принципиально. Мне там надо архитектуру и все эти делать. Мебель, короче, расставлять. Дизайн, короче, в комнатах делать. Основной дом я уже построила, все стены раскрасила. А, дворец от Бахэм. Кстати, мы можем белый дом начать делать. Они у меня по цветам. Все разбацаны. Так, сейчас. Ладно, давай я реально сохраню. Если есть желание. А тут, по-моему, сохранение авто идет, если не ошибаюсь. Единственное, я, наверное, сейчас стрим переподключу. То есть он сейчас завершится, чтобы серия завершилась. И в записи я потом могла... Кто там жить будет? А, я просто строю пока что. Ну, типа, без жильцов. У меня есть персонажи, типа, я, по-моему, делала даже своих персонажей. Сейчас буквально 5 секунд, ребятки, стрим завершится, и новый начнется, не разбегайтесь. Сейчас приду.